или другой веры, мусульманин, как мне устроить свою семейную жизнь? Семейную жизнь свою устраивайте, значит, на началах любви и взаимопонимания с вашим возлюбленным, который мусульманин, он же не то самое, он же человек, человек. Спокойно с ним живите и не парьте мозги. Вот, то есть нормально живите с человеком, потому что мусульманство, братья и сестры, это классическая религия, которая в частности мешает прийти в мир Антихристу, кстати. Они почти что христиане, почти что христиане. Если вас любит, скажем, там какой-нибудь там человек из Туниса, там, или из Иордании, там, или из Марокко, вы любите его, то Бог вам помощи и счастья вам желаю. Любите друг друга нежно, крепко, сильно, навсегда. И живите себе спокойно.